Ладно. Я хочу, чтобы все знали. Может, с оружием здесь и я, но это не я преступник, а вот такие люди. Они крадут у нас все, а потом им это сходит с рук. Никто не спрашивает, как, никто не спрашивает, почему. Я ничего не крал у тебя. Вы все должны открыть глаза. От правительства нет никакой помощи. Оно смотрит сквозь пальцы, и пока не крадут наши деньги, им даже не приходится платить налоги. Позволь спросить... Заткнись, Ли! Заткнись! Я пришел сюда сказать! Помолчи 2 минуты! «Финансовый монстр» в кино со 2 июня.